Удар! И гол! Ну, не зря был рассказ о Боке Хуниорс. Видимо, что-то такое на уровне энергетическом перенеслось из Буэнос-Айреса сюда, в Останкино, и из Останкино туда, в Милан, на Сан-Сиро. Банега забивает в сумасшедший по красоте гол. Вот так вот это было. Подработал, касаница, и туда в девяточку влупил. Краса... Ох, как еще черпачком-то выковырил этот мяч из-под Милинковича и двинул со всей силы в девятку. Шикарный гол. 1-0, Интер впереди. Ну вот, пожалуйста, о чем мы говорили в первом тайме. Это пытаться развить свое преимущество, или же Лацио возьмется за дело как следует. Икарди! Два сразу же подряд, два аргентинца забивают. Банега, и теперь Икарди после паса с фланга. Это уже широкий шанс и широкий шаг к победе. Икарди не забивает целый месяц, забил в самый нужный момент. Нет положения вне игры. Икарди опережает центрального защитника. Дебре, прекрасный пас Кондрав из фланга. И великолепный гол Интера номер 2. 2-0. Ну что ж, новый акционер, главный клубом, может быть, да. Хорошая позиция для того, чтобы сделать выверенную подачу. И глазами так показывает Банега, что нужно сделать. Икарди! 3-0! Аргентинцы работают! Мы не могли точно видеть, кому Банега глазами показал, что будет сейчас происходить, но тот, кому он показывал, если это был Икарди, он увидел. Выскочил в район 11 метров. Удар, может быть, не таким сочным получился у Икарди, зато резким, и счет 3-0. В маркете никаких претензий. Сложнейший удар под опорную ногу. Из кучи игроков этот мяч вылетел. Еще плюс рикошет об одно колено, о пятку. И 3-0. Но это чересчур. Я, честно говоря, жалко Лацио. И я знаю, что у этой команды тоже довольно много болельщиков среди наших телезрителей особенно.